Впереди офис клана Сайрю. Мне надо туда. Черт! Да что они тут устроили? Это ж хренов грабеж. Теперь у меня вообще в карманах пусто. Ух, как хочется кому-нибудь врезать. Кому угодно. Давай кого-нибудь, какого-нибудь лоха делаем, заодно бабки отожмем. Покутим. Хе-хе, вот это дело. Такие отморозки есть в каждом городе. Если не подходить близко, они меня не тронут. Мне надо поскорее попасть в офис клана Сайрю. Мой мячик, мамочка, придумай что-нибудь. Кажется, мяч этого мальчугана застрял на дереве. Прости, я туда не залезу. Придется оставить его там. Нет, нет, это мой любимый мяч. Без него я дома не вернусь. Малыш, пойдем. Мы ничего не сможем сделать. Мой любимый мяч. Мяч застрял на высоко, я могу использовать лассо. На, держи, это твой? О, мой мяч! Дядя, вы такой классный! Как вы его достали? Хе, не бери в голову. Это было совсем несложно. Аригато. Правда? Все равно большего спасибо. Ни за что. Постарайся больше не расстраивать маму. Постараюсь. До свидания, мистер. Большое спасибо.